1. Бесаев Егор. Номер 2. Бандикян Ачимов Кирилл. Старший тренер команды. Ой, там еще будет сложновато, наверное, сыграть. Ой-ой-ой, там подкат, мне кажется, двумя ногами. Дикян как раз, капитан команды. Ну вот мы видим, да, здесь игрок Ростова втыкается. Но вот выбить каким-то движением, ну вот вполне возможно, арбитр и расценил здесь, что игрок ЦСКА именно мяч выбивал. А тут какая передача проходит, надо бить. Удар есть. И просто между ног у игрока ЦСКА вот здесь вот. Михаил Редно, ну как-то вот. Сейчас ЦСКА идет в атаку. Через центр, хорошо, момент, куда же здесь? Да, обидный, неприятный момент. Потому что, смотрите, ну хорошо, его вывели, да, здесь... Надеюсь, здесь без такой драмы, ну просто передача получилась в молоко. Ну а Ростов в атаке и подача получается. Хорошо, сыграл на опережение Егор Бесаев. Ну, с одной стороны, конечно, ему и мяч отлично пошел от полумыска, да, вот сейчас посмотрим. Такой заброс и оп. Ровно в руке. Спасибо звукорежиссеру, который правильно расположил микрофон. Дмитрий Гдесамов, тренер. Заветом Бьелса. Сейчас тренер ЦСКА сидит не на скамейке, а вот на охлаждающем таком коробе на холодильничке, да, который вот он. На перерыв. Ну что ж, Ростов ЦСКА, друзья, первый тайм. UFL 2, 0-0 счет. Посмотрим пока интересные моменты первого тайма, и потом уже во втором тайме вернемся и с вами услышимся и поговорим. В принципе, пробовать и смотреть, что из этого будет выходить. Сейчас ростовчане в атаке. Удар поворотом, но отличный сейф у нас в атаке. Футболисты ростовской команды, но, правда, там вот как раз вот здесь не хватило, наверное, одного полузащитника бы здесь прям... Было бы прям в жилу, вот еще, чтобы он здесь появился, да, и сыграл здесь по армейца. Пока успешнее в этом компоненте. Хорошо, проброс на левый фланг. Будет ли здесь прострел, либо удар поворотом. Передача! И в свои ворота срезают почти ростовчане. Но Цулая! Цулая тащит. Вот это да! Прямо здесь и сейчас. И сейчас Ростов чуть свои ворота не привез гол. Да, конечно, красиво было. Вот настоящие опасности. Ростов, наверное, последний минут 10-15, ну, почти. Вадим Гуен. Да, вот здесь, ну, конечно, он цеплял соперника. Конечно. Получается, у Серхио тогда мяч улетел в космос, куда же улетел этот. Даже боюсь представить. Блокирует, блокирует каждый удар по своим воротам. Соперником. Ну вот сейчас ЦСКА в атаку, и здесь нарушение правил. Штрафной весьма перспективный, как мне кажется. Подача. Хороший армейцы здесь, и удар! Ну куда же мяч делся? Какое тебе такое большое зло армейцы сделали, что не хочешь ты никак в ворота заходить. Не знаю, может, заколдовали, конечно, ворота. На перехвате сыграли хозяева. Столкновение. Но отбор чистый, здесь подкат, а вот там, по-моему, нарушение правил. Здесь быстро арбитр сразу же подбегает со свистком, всех разводит по сторонам. Он действительно подошел к этому эпизоду. Во-первых, успокоил своих, но здесь подкат, а вот тут, да, просто оказался на газоне по ударам в створ. У ЦСКА трехкратное преимущество, но когда идет речь про удары в створ, то есть конкретно удар нужно будет пробить поворот. Так что здесь, конечно, полный... разбор моментов, а тут в лучшем состоянии. Пошла подача здесь. Штангу, по-моему, мяч попал, судя по звуку, либо там кто-то попал в штангу. Но в любом случае мяч выскочил в поле. Здесь удар будет и... красиво. Смотрели, как там соперник сыграл. И, собственно, вот здесь снова столкновение у нас головами. И сразу же арбитр зовет на место... врачи, и все хорошо.
Ну да, там просто в борьбе столкнулись за мяч 2. Ну вот и он, собственно, да, все, финальный свисток. Ростов ЦСКА, ЮФЛ 2. Матч заканчивается ничейным исходом. 0-0, никто не забил, никто не проиграл, но при этом никто не победил. Ну а мы с вами услышимся, если хотите, конечно, через час, где, собственно, у нас будет матч Ростова и ЦСКА уже в ЮФЛ 1. Собственно, я для вас его и прокомментирую. 8 часов по Москве. Подключайтесь, будьте с нами, смотрите футбол, любите футбол и не забывайте в него играть. До новых встреч.